Вступил в законную силу приговор Усть-Кулонского суда в отношении жителя деревни Верхняя Вочь Андрея Овчарова. Вечером в полицию позвонила жительница райцентра, пожаловалась на бывшего сожителя, который перебрал с алкоголем и внезапно появился на пороге ее жилища. Стал буянить, громко кричать и даже бросаться на нее с кулаками. Незваный гость демонстративно игнорировал требования хозяйки покинуть ее дом. По ее вызову на место происшествия прибыл участковый уполномоченный. Вот только выполнять законные требования стража порядка дебошир не стал, оказал ожесточенное сопротивление. Фигурант взял в руки колун и решил воспрепятствовать законным действиям участкового, замахнулся на него и хотел ударить. Участковый перехватил руку, выкинул колун, но тем не менее обвиняемый смог нанести удар рукой в область лица участкового, от чего последний ощутил физическую боль. Действия обвиняемого были квалифицированы как применение насилия, неопасного для жизни, и угроза применения насилия. Полицейскому удалось обезоружить злоумышленника и вызвать подкрепление. 32-летнего сельчанина задержали и привлекли к уголовной ответственности. На суде Андрей Овчаров полностью признал вину и извинился перед участковым. Но это не помогло ранее судимому сельчанину остаться на свободе. По приговору суда 2 года мужчина проведет в колонии общего режима.